субботу в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя и снега, днем плюс 4, плюс 6 градусов, ночью минус 1, плюс 1. Ветер южный, юго-западный, 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, днем плюс 6, в темное время суток плюс 1 градус, южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, дождь и снег, в дневное время плюс 4, ночью 0 градусов, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, дождь со снегом, днем плюс 4, ночью 1 градус ниже 0, юго-западный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.